Доброе утро. Как успехи? А? Как успехи? Ну как, тихо. Вообще тишина. Здесь вообще поклевывает? Ну, бывает, да. Щука, да? Все. И голова, и щука, и окунь, плотва. Ну, плотва, я по непомерной рыбе. Ну, сейчас это не берет, сейчас я задам один хищник. Голова, щука, окунь. Ну, сейчас ничего не берет. Даже не играет. А здесь лучше перейти на ту сторону нельзя, да? Что, пешком? Ничего, может, ничего, вот, нормально, да? Берет. Так, смотреть нужно, где там бывает. Я осенью здесь был, вон там, говорю, на той как переправе, не знаю, как назвать ее, насыпь такая, от нее, и поехали, вон там остановились, кидали, вот как раз дерево где вот свисает. Ни хрена, вообще тоже тишина. А здесь мужики на донку сидели, щуку ловили вроде бы. Ну тоже они ничего не поймали, говорит, а предыдущим днем вроде поклевывало. Да, рыба есть такая капризная. У нас в Подмосковье везде так. Так, а лавдерочки погоняю. Люблю я лавдерочки. Даже если на них ничего не ловится, все равно приятно их потаскать. Играешься с ними туда-сюда, туда-сюда. Как ребенок. Да? Мужики как дети. Щебечет. Сейчас что-нибудь поймаем. Их! Я здесь, правда, уже попером все, наверное, расшугал. Палку я оставлю, хотел продавать. Все-таки вроде неплохая она. Но я на нее, я говорю, не ловил. Никого не уважил. Сейчас корягу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не то потычка, не то дно было. Интересно, интересно. Попробуем еще разок. Не, ребята, это дно. Вдоль берега кидаем, мелковато здесь. А вот с той стороны поглубже. Мы осенью там были с Андреем. Тоже ни хрена не поймали. Хороший вдруг. Это рапало. Если вдруг оторвется, надо будет такой еще приобрести. Даем-то живой. Мелкая рыбка плавает. А вот крупника что-то не видать. Вообще вот с одной стороны хорошо иметь много приманок, а с другой стороны не знаешь, что ставить. Но кто на водоеме бывает почаще, у того, конечно, уже свои любимые под каждый водоем. Я вот, к сожалению, не так часто выбираюсь. Хотелось бы почаще, но не очень получается. Блин, вот там прям
Такое ощущение, что потычка была, но все-таки это было дно. Вот так приятно было, а? Видно по веточке, воблерочек задел. Попробуем вообще помедленнее еще проводить. Воблер вроде большой, летит хреново. Хорошие здесь места. Срут, правда, здесь тоже хорошо. Но кто-то, видно, собирает. Собирали бы уж и выбрасывали, что ли, до конца. Сжигать, наверное, хотят. Вот опять там же. Наверное, ветка все-таки там лежит. Вряд ли там в одном месте кто-то стоит. Эх, беда. Опа. Сейчас походим. Приехал, что сначала жарковато мне показалось. Хотел расчехлиться. Но нет, прохладненько, тут ручеек бежит, сумасшедший. Бежит ручеек, впадает в речушку. А на речушке стоит Илюшка. Место хорошее. Наверное, здесь на поплавочек неплохо. Вон. Бегает живность. Ладно. О. Вот ручеек. Знать бы, не доходить до него. Где ручейки впадают в речку, там малек стоит. А где стоит малек? Там стоит и хищник. Почему стоит малек? Кислород приходит с новым потоком воды. Ручейки богаты кислородом. Хреново вообще летит. Даже не знаю, покупать тебе опять или нет. Да, тут какие-то коряшки лежат. Коряшки-то хорошо. Может, такой шок. Я думал, тут поглубже, блин. Попробовать паузу. Давайте с паузами попробуем. Ой-ой-ой. Хорошо упало. Повезло. Пауза — это хорошо. Наверное, я близко провожу. Сейчас к траве. Рыбка, наверное, поглубже стоит. Я хрен ее знает. Кто-нибудь шмыгнул бы за ним.
Понять бы. Вообще, если надумали ловить спиннингом, вам понравился, если продавать не собираетесь, такие вещи вот снимайте, целлофанчик. Под него, если попадает вода, а ручка пробковая, пробка начинает гнить. Вот так вот. Ручку можно испортить. Я сегодня сниму целлофанчик, так как, блин, там грязно, не хочу туда идти. Не хочу. Попробую приманку заменить. Да, прохладненько. Вот там здесь живешь. Сюда иди. Вот этот воблерочек все хвалят. Но здесь глубоковато, мне кажется, будет для него. Попробую я, рискну. Где как не здесь его пробуют, наверное. Где еще? На Ахтубе, что ли? Можно на Оке, конечно. Но я рискну здесь. Малые реки Подмосковья. Что вы мне принесете? Ох, как хорошо летит. Это юзурьевский воблерочек. Ой, сколько у меня воблеров. До дна добивает. Палочку подымем. Поднимаю палочку повыше. Проводим воблерочек. Чуть-чуть и повыше. И что-то цепанул. Аккуратненько вытащим, чтобы рыбку не пугать. Вот, цепилась. Хорошо играет. Хорошо играет. Хорошо идет. Хорошо летит. Все хорошо. Где рыба-то моя? Так, глубина здесь где-то 1,5 метра получается. Метр, наверное. Поппер-то неплохо и должен быть. Почему? Сейчас остальнички попробуем. А вот и когда проводите, прям раз чувствуете, чувствуете, он начинает, допустим, задевать что-то. Приостановить надо. Когда мы приостанавливаем, воблерочек всплывает. Ну, это если, конечно, в случае, если он плавающий. Но в таких местах, я считаю, надо использовать плавающие воблерочки. Они приподнимаются, и мы коряжку обходим. Кстати, здесь не так уж и сильно засрали. Непонятно почему. Обычно, блин. Хотя и здесь хватает. Русский человек приезжает в чужую страну и говорит: ой, как у вас здесь красиво, ой, как у вас здесь не загажено. Ёптить, ты-то здесь-то не гать у себя, и у тебя так будет чисто. Что за народ? Там хорошо, а здесь насрём. Здесь насрём. Там пусть будет хорошо, а здесь насрём. Срать мы любим.
Это прям дохляк напоминает, дохлую рыбку. Блин, давай на нее, а. Ой, найти ее не могу нигде. Где я ее купил? Какой-то китаец. Кстати, по-моему. Так он славно играет. Я у него тройничок снял с под пуза и оставил на хвосте. Он стал офигенно играть, а то цеплялся он. Ему, наверное, идет сейчас. Ну. Угу. Оживил я водоем этим уберочком. Вот, вот так попробую. И смотрите на мелководье, как воблер играет. Пробуйте, играйтесь с ним. Проводите его по-разному. Воблера и созданы для того, чтобы не просто его проводить, а играть с ним. Тихо здесь. Хорошо. Равномерно неплохо идет. Ой, ставку я на тебя ставлю. Давай. Да, здесь мелко, блин. Папирочек надо, наверное, все-таки. Ну, трава есть. Значит, рыба должна есть. Молодежь приехала.
Кобздец в тишине. Ну, сейчас мы перешли на головле. Попробуем. Местечко. Две струи. Посередине. Такое затишье. Обраточка, затишье. Попробуем. Солнышко уже припекает. Сейчас попробуем обраточку вот так сплавлять его. Струя его будет поддерживать.
вот здесь он должен брать. Голубя здесь, походу, не очень много. Будем надеяться, что он подойдет. Сейчас его, походу, вообще здесь нету. Вот место хорошее. А его тут нет. Попробуем сплавить под дерево. Травку цепанули. Нет, мы поймали пескарика. Забагрили. А, это голец вообще.
Сейчас за зелененькую терновато еще. Может, и зелененький нужен. Хрен его знает. Ребята, первая рыбка. Ё-мазай. Все-таки я дождался своей победы. Вот такой воблерок. Вот. Ловите больше, отпускайте чаще. Здесь мы сейчас отпустим. Такая маха красивая. Вот такая тряпочка очень удобна. Она пристегивается. Стоит всего 350 рублей. Норфин. Вот такой воблерок. Он у меня работал на пахре, правда, по окуню. Но теперь попала щучка. Может, это начало. Будем пробовать дальше. Вот кто теперь скажет, что цвет это влияет, или вовремя поданная приманка в нужном месте, в нужное время. Сейчас, если еще раз поймаем на нее эту приманку, ну, значит... Это не совпадение. Ну, уже не зря съездили. Хотя мы здесь уже находимся очень долго. Спиннинг достойный. Даже с берега ее поднял, точнее на берег, без подсачника, хотя подсачник был под рукой. Немножко неудобно здесь с обрывом, была бы покрупнее, конечно, подсаку, наверное, взял бы. Еще поклевка была. Или берег. Поклевка только уневая. Или время пришло нужное. Или воблерок волшебный. Воблерок, если мне память не изменяет, это прибалтиец. Сейчас сразу я не вспомню даже, как называется. Одно время они были... Нет, все-таки там травка. Была не окуневая поклевка. Вот. Воблерок был куплен в
Блин, давно, лет 7 назад, наверное. Может, 5. Как же он? Не помню, как он называется. На них на похре неплохо окунь клевал, голавль поклевывал. Вот их уже найти, не знаю, тяжеловато. В коробочках они маленькие продавались. Хорошо, что я поставил поводочек, а так бы могла оттяпать мне его. Хотя она взяла за краешек. Блин, там какая-то трава. Такой он упористый. И струю, в принципе, держит. По головлю неплохо. Сейчас мы, в принципе, как говорится, несколько зайцев поубиваем. И поклевка была хорошая, спиннинг тоненький. Приятно, приятно. Ребята, аж мурашки по коже. Я после зимы первую щуку поймал. Конечно, очень приятно мне. Очень я доволен. Стоило того, что я приехал на рыбалку и так уперто стоял, ловил. Вот мужик уехал. На этом месте как раз он ловил. Не дождался он своей щучки. С утра вообще ничего не клевало. Ну и углера, конечно, были другие. И размер стоял другой. Я побольше ставил. Вот. Маленький поставил только сейчас уже, когда солнце стало вставать. Думаю, голавчика пофигачить. Ну и вот такой выберочек оказался люб щуки. Поклевку саму я не заснял, камера была выключена, я уже, конечно, расслабился, но сам процесс вываживания вроде получилось заснять, я тоже очень доволен. Сейчас мы тогда здесь еще покидаем и спустимся на эту углерок, он там пониже. Если кому интересно, что за углерок, пишите, спрашивайте, я постараюсь нарыть название его, я уже подзабыл. По-моему, это Прибалт. В свое время он стоил не таких больших денег. Говорили, что... А, так, сейчас, дуг, что-то с дуком связано. Аглидаклин, по-моему. Ну, я говорю, если я ошибаюсь, аглидаклинг. Если ошибаюсь, я все точно вам могу
по нему, потом отписать. Поджопник опять не взял. Как бы сесть на травку. Уже спина, конечно, малость приустала. Травку что насадил? Да, травка. Попробуем пониже спуститься. Здесь мы, может, шуганули маленько. Здесь спадает вот ручеек, она, видно, стояла. Вот малек стоит. Место очень хорошее. Сейчас мы вот здесь пройдемся и попробуем отсюда еще, может быть. Нет, сначала туда спустимся, а потом сюда вернемся. Успокоится маленько местечко. Для перекатов он не очень подходит. Так боковатенько, в принципе, идет. Заходит, наверное, где-то сантиметров на 50. Здесь сейчас попробуем. Здесь еще не шугали мы. Обраточка. Может быть, нам повезет. Или корягу сейчас достанем. До дна вроде не достает. Ой, взяла она, конечно, красиво, прям за кончик. Фу. Ну вот, ребята, начало 11-го. И одна щучка, где-то с часов, наверное, 6 мы, 4 часа мы походили, перепробовали все, и, по-моему, если не изменяет память, воблеров Аглендаклин, или там как-то так он приблизительно называется, давненько его покупал, вот он сработал, маленький, беленький с голубеньким. Были мы на Лопасне. Шикарные места тут. Все-таки мы получили удовольствие и половили на этой речке. Места просто красивые. Ну и поймали мы. Поймали мы всего, конечно, одну щучку. Ну, на этом мы тоже скажем спасибо. Устали мы очень сильно ходить, кидать. И температура. Утром, конечно, было прохладно. Одевали флис, потом куртку сверху. Термобелье было. Сейчас вот остались в термобелье. Это жарко. Вот, обещаю 24 градуса днем. Сейчас попробуем, может быть, что заедем, если найду еще одно место. Чуть-чуть покидаем и домой. Вам видно. Это просто торпеда идет. Смотрите, 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 смотрите. Вам видно, нет? Мама родная. Блоха народная.
Где она? Ладно. Черт, да там килограмма на три она. Ёпти, вон они, блядь. Я в ахрене вообще.